Всем привет, с вами как всегда Кентукки2510, и в этом видео я вас немного озадачу. Короче, писал вчера сценарий к одному из следующих видео, и так получилось, что в нем я случайно затронул довольно интересную для себя тему. Давайте я сейчас процитирую все то, что там накатал, а вы мне скажете в конце, прав я или не прав. Правда ли, что лучников прокачать легче и быстрее? Ответ – нет, неправда. Дело в том, что кроме процентов, которые отображаются в любом отчете о битве, есть еще и изначальные атрибуты каждого вида войска – их атака, защита, здоровье, скорость и так далее. Если теперь умножить эти атрибуты, например, атаку на ваш процент к атаке и разделить на 100, то вы получите атрибут юнита с усилением от процентов к его атаке. Допустим, у вас плюс 500% к атаке стрелков. Изначально атака лучника 10 уровня равняется 65. Умножаем это на 500, делим на 100 и получаем 325. Это атака вашего лучника с учетом усиления от ваших процентов к атаке стрелков. Делаем теперь то же самое, но с кавалеристом 10 уровня и получаем произведение равно 450. Разница ощутимая. Что из этого следует? Да то, что атака 10-го лучника с процентом к атаке стрелков 500 и атака кавалериста того же уровня с процентом к атаке в 350 буквально одинаково. У лучника получается 325, у кавалериста 315. Поэтому лучники с бонусом к атаке плюс 500% практически не отличаются по мощи от конницы с процентом к атаке в 350. Примерно та же самая картина и с осадными орудиями. Вы можете прямо сейчас зайти в игру и посмотреть проценты к атаке ваших катапульт и убедиться, что они самые низкие по сравнению с пехотой, стрелками и конницей. Но это компенсируется изначальной атакой катапульты 10 уровня, которая равна аж 164. Вот что у меня получилось, друзья. Конечно, есть еще и диапазон, способности, скорость атаки, механика боя и так далее. Но эти вещи, разумеется, более-менее сбалансированы. Поэтому способности тех же лучников не лучше или не хуже способностей кавалеристов. Как вы считаете, не хуже ли конница с процентами к их атаке в 350, лучников с процентами к атаке стрелков в 500? Напишите ваш ответ в комментариях.